Здравствуйте, друзья! Канал «Лабиринты знаний». Сегодня хотел бы поговорить, еще раз побеседовать на некоторые темы глобальные развития человека и ту информацию, которую мы даем с Настей, некоторые нестыковки. Я думаю, что будет интересно. Итак, поехали. Человек, живя на этой планете, он проходит различные стадии развития. Когда человек проходит различные стадии развития, он проходит определенные сложности. Есть некая эволюция, есть программа Земли, по которой мы живем, и сущности, которые нами управляют, либо создатели, как вам больше нравится, они подкидывают нам определенные сложности в виде каких-то эпидемий, вирусов новых, подкидывают какие-то испытания в виде войн, в виде каких-то распрей, вымирания, наводнений, жары и так далее. То есть это не просто так происходит. Есть несколько типов программ, которые уже изначально заложены. Все работает по программам, еще раз говорю, все полностью. Мы развиваемся по программе, листик растет по программе, засыхает, дерево умирает, наводнение по программе, там различные грозы, там бури, штормы, землетрясения, это все работает по программе. Все работает по программе без исключения. И таким образом, когда мы обладаем знаниями, нам проще понимать, что происходит на этой планете. И многие вещи мы пытаемся с Настей предсказать. И таким образом, когда мы что-то предсказываем, не всегда что-то совпадает. Почему? Потому что сущности говорят какую-то программу, которая ближе всего должна быть реализована. А на самом деле иногда бывают сбои какие-то, либо какие-то нестыковки, либо мы пошли не по тому пути развития. И сущность, которая дает нам предсказание, она просто вот дала ту программу, которая самая основная должна быть. А мы пошли не по основной программе, а по второй второстепенной. И какие-то нестыковки в предсказаниях у людей. Ой, там что-то не совпало и так далее. То есть изначально есть программа, которую мы должны выполнить. И сущности как бы ее предсказывают. Но человечество по разным причинам. Почему? Потому что там темные пришли в наш мир. Потому что люди по накатанной пошли не в ту сторону. Потому что еще где-то какой-то сбой произошел. И сразу люди: а вот вы неправильно что-то предсказали. Да мы тут ни при чем. Мы сами так же, как и вы, пытаемся разобраться, как до конца это все работает. А как понять, как это все работает? Нужно, чтобы прошло время, анализ какой-то прошел в головах у людей, почувствовать это, как это все делалось, да, сделать какие-то оценки свои, сравнения и так далее. Многих всегда волнует, что вот есть темное, есть светлое. Светлое это хорошее, темное это плохие. На самом деле, мы долго с Настей не хотели такие вещи говорить, на самом деле, потому что люди не готовы к такой информации. И когда мы впервые сказали, что у светлых тоже есть негативные программы, светлые вирусы могут на Землю заселять, чтобы люди болели, и войны создавать, то у людей тоже как-то начинались нестыковки в голове. Почему так? И так далее. И почему сущности дают дозированную информацию, они дают всю информацию сразу и мгновенно. То есть вот эта информация, она дается дозированно, чтобы мы постепенно ее могли перерабатывать, смогли почувствовать эту информацию и использовать ее. То есть мы неразвитые сущности, которые постоянно развиваются, и сущности нам с помощью, допустим, Анастасии в данном моменте подкидывают какую-то информацию с помощью контактера. Маленькими порциями. Если сразу всю информацию слить, то мы все сам с ума сойдем. Просто у нас в голове это не уложится, просто все не смогут дальше развиваться. А когда сущности дают информацию постепенно, дозированно, где-то человек воспринимает эту информацию, где-то принимает, понимает. Там есть люди меньшего уровня развития, они там больше информации не воспринимают. Начинает писать какие-то глупости. Для многих людей вообще предсказания, они должны однобокие быть. Если совпало, все, ты идеально, ты молодец. А если не совпало, все, ты там
плохой специалист и так далее. То есть люди даже не задумываются, как это работает, куда это движется, да, почему не все можно предсказать, почему иногда сущности вообще не говорят. Некоторые вещи знать нельзя, некоторые вещи там просто нам недоступны. Некоторые вещи точно сущности не могут сказать. Некоторые вещи закрыты, рано еще говорить и так далее. То есть информация поступает по мере разрешенности на нашу планету. Вот, по мере понимания людей, когда можно ее давать, когда нельзя давать. Раньше же не давали информацию о наших планетах. Говорили, что планеты необитаемы, наша Солнечная система. Сейчас уже начали говорить, что они обитаемы. Поэтому есть информация, которая за семью печатями находится в данный момент времени. И сущности не могут рассказать, потому что это может повлиять на наше развитие. На развитие нашей цивилизации. И то, что мы говорим, то, что там в 80% случаев чуть больше там совпадает, это здорово, это большой все равно уровень, это очень много для человека. Понятно, что все хотят 100%, но 100% не бывает, это тяжело сделать. Вот. Тем более не мы с Настей это все придумываем, мы так же, как и вы, развиваемся, у нас тоже есть определенный доступ, потому что персонально для нас не будут давать. И говорят, не-не, вы не говорите там, вот вам мы говорим по секрету, а людям нельзя. То есть они либо говорят, либо вообще не говорят ни для кого. То есть нужно понимать, что обладая определенными знаниями, уже можно постепенно анализировать всю картинку мира, которую у нас перед глазами. Да, почему войны происходят, почему иногда сбиваются программы, вот, почему что-то там не происходит так, как мы хотим, там, почему нету, скажем, рая какого-то на земле постоянного, почему там войны, распри, непонимание и так далее. Мы еще низкоразвитые сущности, планета такая низкоразвитая, поэтому здесь часто и карму нарабатывают, и войны происходят, и гадости делают, и темные часто бывают на этой планете. И у людей достаточное количество уроков. На самом деле у нас еще не такое большое количество уроков, как бывает на планетах, которые выше уровнем развития, чем мы. Просто мы еще все воспринимаем как-то как черное-белое, да, там, то есть нейтральности какой-то нету. Вот даже сегодняшняя ситуация там, да, с военными действиями тоже многими людьми подразумевается как плохо, хорошо, там, я прав, ты виноват, как бы, да. А если бы люди обладали бы знаниями, они, конечно, эту ситуацию смотрели совершенно по-другому. Не как, что там, я хороший, ты плохой, там, ты первый напал, значит, ты виноват. А на ситуацию, как прохождение определенных испытаний, некого урока, который уже был заложен в программе. Если бы вовремя люди бы сориентировались, то это можно было бы все быстро закончить. Но поскольку есть определенные силы, которые зарабатывают на этой теме, им это невыгодно, естественно, у нас происходят различные задержки, непонимания. Мы идем по какой-то третичной программе развития вот, в обход, вместо того, чтобы это все давно было бы уже можно было закончить. То есть те люди, которые нами управляют, их все устраивает, как бы, да, то есть они живут в своих мирках отдельных, в замках своих европейских, где их никто достать не может, по их мнению, с мощной охраной и так далее. А обычные люди получают лживую информацию с каналов, да, и, естественно, живут в неком розовом мире. То есть кормят обещаниями, кормят ложными знаниями. Вот, пропаганда идет, естественно. С одной стороны одна пропаганда, с другой стороны другая пропаганда. И люди все злые друг на друга. То есть некий хаос определенный. Вот. И мы все вот эти уроки проходим постоянно. Если бы знания были, то нам бы легче было оценить эту ситуацию. Вот легче было бы ее переварить. Начать относиться друг к другу нейтрально. И прийти к какому-то некому пониманию, консенсусу и так далее. То есть каждый человек воспринимает мир в меру своих знаний, развитости, одаренности, понимания, интуиции. И это очень важно.
знания истины, они очень-очень сильно людям помогают. Без этих знаний просто будет хаос. То есть каждый будет выяснять отношения, взяв оружие в руки, и с этим оружием пойти и доказывать свою правоту. И это не выход, это не вариант. Вот. Но для сущностей, для наших, да, тоже есть определенные программы, которые мы должны пройти вместе с вами. И нужно определенным образом к этому относиться. Это очень важно. Нам главное набраться сил, понимания, трезвости ума. Переварить все знания, хотя бы те, которые у нас есть на канале, и которые еще будут появляться. Да, в последнее время мы стараемся снимать видео более такие практичные, нужные для вас. То есть стараться меньше снимать каких-то там космических видео. Да, это здорово, прикольно, как знать, как люди, вернее, сущности более развиты, живут на других планетах, развиваются, как что устроено. Да, такие тоже для расслабления видео нужны, но на сегодняшний момент вот о таких вещах, как мы говорим, надо воспринимать и от светлых, и негативные программы, и какие-то войны, которые периодически проходят на нашей планете, что мы из всех ситуаций должны делать выводы. То есть, когда мы больше становимся обозленные, значит, получается, мы каких-то выводов не сделали с чего-то. Надо быть хладнокровными, надо быть профессионалами, нужно знания, которые есть уже в нашем доступе, использовать для развития, для понимания, для анализа, для избежания ошибок в будущем. Это очень важно. Понимать, как устроен мир. Да? Там история периодически переписывается. Какие-то события происходят, которые не очень приятны для человека. Да? Человек всегда воспринимает события, которые вокруг него происходят, таким образом. Если меня это затронуло, это плохо. Если меня это не затронуло, ну, меня это не касается. Моя хата с краю, ничего не знаю. То есть люди, которые, скажем так, находятся в некой ситуации критической, да, то все плохо. Их это касается, они возвели на весь мир. А если человек это все миновало, хотя, может быть, его страны это непосредственно касается его не особо, то с человеком все хорошо, все замечательно и прекрасно. Это очень важно для понимания и так далее. Поэтому знание – это сила, правильный анализ – это тоже сила, правильные выводы – сила, ощущения, интуиция, которая помогает. А не когда, допустим, человек определенного уровня развития доходит до какого-то развития и говорит, все, это все ерунда, это все неправильно. То есть дальше его развитие не пускает к этой информации, и он дошел до своего максимума. И дальше он не может воспринимать эту информацию адекватно, правильно. То есть нужно, чтобы эта информация, она помогала человеку. А для неразвитого человека получается, что эта информация может его в тупик загнать, и он скажет, не-не, ребят, вот я как ходил в какую-то секту, туда дальше и ходить, и дальше буду, вот меня все устраивает. Ну, это уровень такого развития человека, и ничего плохого об этом сказать нельзя, но мы вместе с этими людьми живем и развиваемся. Так что включайте интуицию, старайтесь нашу информацию, которую мы даем побольше, вот, соединять, стараться эту информацию использовать и более широко мыслить, да, развиваясь и духовно обязательно, да, занимаясь медитациями, йогами, планом по расширению сознания. И таким образом, когда у нас сознание расширено, мы мир видим совершенно другими глазами. И, кстати, очень быстро все меняется вокруг, понимание приходит. И у меня приходит, и я также вместе с вами развиваюсь. Это очень интересно, наблюдать за собой, научиться наблюдать себя со стороны, стараться отойти как бы от себя в сторону и понаблюдать за собой, за своей жизнью, за ситуацией, то, что очень сильно зачастую помогает. И желаю вам всем быстрее развиться, понять, кто вы, зачем вы здесь, использовать нашу информацию, проводить правильный анализ и не делать каких-то сверхожиданий.
смотрим побольше наши видео, развиваемся вместе с нами. Если есть интересные ченнелинги, давайте темы, вопросы. Будем спрашивать и снимать это видео. Успехов, до свидания.